Партнер программы «Прогноз погоды» – современная медицинская клиника. Болит голова, спина или суставы? В современной медицинской клинике для вас проведут медицинский массаж шейно-воротниковой области, спины, верхних или нижних конечностей. При реабилитации после коронавирусной инфекции и пневмонии массаж грудной клетки. А для детей с рождения детский массаж с гимнастикой. Подробная информация и запись по телефону 30350. И о погоде. По данным синоптиков, завтра, 10 февраля, в Печоре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер в переменных направлений слабый. Атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба. Температура воздуха сегодня ночью будет минус 33-35, а завтра днем 27-29 градусов ниже нуля. Мосты между нами, мосты. Ну, где ты взял? Песни со смыслом. От любимых исполнителей. От Печорин на вокзале. Духовой шансон. Душевное радио. Просто хорошие песни. Love Radio. Лучшее из мира твоей любимой музыки.